Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Джанки, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Сегодня... Всем привет, Колян у нас молчит, у Коляна уже ночь. Микрофон не может говорить, будет писать, короче. Так, применить, и надо мне присоединиться сейчас к Коляну. Сейчас, подождите. А, Паша, если я к тебе присоединюсь, я все равно туда попаду, да? Да. Так, блин. А, во, Колян присоединился. О, все. Поедем, ребята, на патриотах. На ДПСке, ППСке и два таких. А, ну, готов. Все, я готов. Поедем на карте равнины. Я тоже готов. Все. Ну, будем надеяться, что там все тип-топ. Ну так как бы. О, слушай, тут прилип. Опа. Это кто-то. Не знаю, Виктор какой-то. А он, если. Он тебя не, не подписывал. Да, он в привате, но. Тогда не сможет скачать. А, ну все, тогда поехали, пусть катается. Пусть катается с нами Виктор. 25-90. Это что такое? Рост и вес? Или высота и ширина? 25-90. Ну да. Так, во, все, я уже тут. Так. Возики. О, я на черном получу. Блин, у меня управо не стоит, что ли. Алло. Да, я тут. Алло. Есть кто? Я на связи. Я тут, Паша, через слышишь? Алло. Да, слышу. Так, надо. Да, паста есть, что у него еще есть. Гурятник есть. Паш, сядь в этот ППСный УАЗик. Поставь на него этот, мигалки всякие, фигалки. Посмотри. Лыжи на крыше. А ты можешь выехать? А то там ты в моем стоишь, я тебя не вижу. Мне посмотреть, просто там маячки работают на нем или не работают. А, все, слышь, офигенно вообще. А, ну и все тогда, все остальное рабочее тут, я мне только это и надо было. А, там чувака же можно посадить. Надо ему колеса какие-нибудь поплотнее, слушай. А колен-то где? Здесь. Ну, колен с пучками поехал. Вот, и этого тоже посадил. Колян тоже на таких. Ладно, я тогда одену вот эти. Я шиповочки поставлю. Нашел, блин, эти колеса от батона. Искал. А, терпила, да. Это. У тебя этот терпила, у меня пьяный водитель, короче. Где пьяный водитель? У меня. Это на этих? Да. Ну, понятно. Может, я что думаю, может его сделать, чтобы он загружался там, как на этом, как на такси я сделал. Чё, в черный УАЗик тогда Снежану сделал? А чё ты Тулю не сделал там, не поставил? Чё не поставил? Туля там еще есть. Да блин, здоровая она какая-то. Так там этот ремонт, в нем 800 ремонта в ней. О, блин, а у меня стоят эти. Мы ломаться не рассчитываем. Мигалки. Этот сирена стоит. Колян врубил, у меня сирена запищала. И все, опять за Пашей. А, так это как на Волгах мы гоняли его, да? Ну-ка давай. Ну, мы на вулкане на Волгу гоняем. Ну, ничего, кстати, тогда погоняли. А вы что, типа за мной, что ли? Давай, Колян, загоняй его. Метр не догонит, врёшь, не возьмешь. Колян, обходи его справа. Ох, ни хрена себе бортанул меня. Все, ты говоришь, не возьмешь. Мы тут уже все у нас. Я по пересеченке попер. Теперь меня не догнать. Да как так? Чё у тебя за УАЗик такой?
Это ж гаишный, форсированный мотор. Колян, Колян, давай догоняй. Блин, камеру далеко убрал, е-мое. Все, я все лесами ушел, забудь. От Розарио Агро еще никто не уходил. Там Буди не вспоминайся, я лесами пошел. Смотрел фильм «Безумный Макс», когда его догнал тоже этот. Ой, сейчас на камнях засядешь по-любому. Давай, Лавдо, жми. Колян, давай тут камни объезжай в этом. Где он поехал-то? Он налево там ломанул. А все, можете в участок обратно ехать. Блин, где? Где он есть-то? Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, я его вижу. Ушел преступник. Давай, я давай, Коляныч там на мигалках шпарит. Нифига не догоните. Хреново сложит, лазики шпарят, вы что творите-то? Лесами через. Давай, давай, Колян, прямо там, прямо гони, сейчас там его зажмем. Давай, попробуй догони. Нифига, Паша там через лес. Блин, как тут не влупиться-то, блин, я вот в это время. Сами ухожу. Что-то ушел. О, Колян уже догнал. Давай, Колян. Оп, все, сюда. С болотом попрем. Блин, мне надо перескочить тут. А, Колян, не падай. Колян чуть не перевернулся. На два колеса встал, постоял такой, бумс, обратно вернулся. А, все, ушел я, короче. Да, конечно. Блин, тут камни под водой. Блин, я что-то там урону нахватал пузом, ё-моё. Ох ты, вон он, ты уже рядом. Я видел. Давай, лазить, жми, ё-моё, сваливать надо. По пятам идут. Мяу, нифига, он прёт нормально. Во-во-во, Колян, давай по дороге, я его вижу. Ваши документы. Сел в болотине. Блин, я в колею провалился. Давай, лазить, сваливать надо. Попёрли. Ё-моё, тут опять грязюка кругом. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, заплутал я. Колян, ты где там? По дороге прямо гони. Всё. Вау-вау-вау-вау! Колян, короче, преступник задержан. Приезжай, вытаскивай. Блин, я не думал, что там враг такой. Охренеть вообще. Вот я сам не думал. Вот это нырнули. Коляныч, вон Коляныч едет, вижу. В натуре, как в кино. Его. Улетели такие оба. Колян, о, Колян на мигалках. На мигалках юзом там. Жух. Прямо, Колян, мы вот тут и лежим, короче. Скорую надо вызывать, что водитель там смятку. Блин, у меня же чуть терпит. И Колян сюда же. Ой, Колян сюда же.
сейчас тоже уйдет. Не-не-не, он назад, смотри, врубил передачу. Цепляйся назад, вытаскивай его. Все, ребята, нас тут медведи, походу, сожрут ими. Во-во-во-во, Колян уже вытащился почти. Вылез, ну. Е-мое, так все интересно начиналось. Ого. Если я эвакуирую. Паша сваливает. Паша сваливает. Гони, короче, за Пашей. Мне главное на колеса подняться бы, блин. Пролезу тут побыстрее. Пролезу. Где он там? Уходит. Уходит, стреляй, Глеб Егорыч. Короче, Колян, едь за ним. Сейчас Колян еще за ним не сможет ехать, уперся в меня. Так, ну-ка, дай-ка я попробую в этот. Я подчинюсь пока. Об дерево. Кувыркайтесь. Да блин, как я... Ой, фига у вас там замес. Да я не могу никак что-то поставить. Лег на крышу и все. Валяюсь. Колян, давай, едь за Пашей, а то сейчас потеряй его. Да етишки на жизнь. Во-во-во-во-во, я встал на колеса. Заводить, зараза. Ну все, тогда понесу вас. Так, где бы вам маршруты как посложнее был выбрать какой-нибудь? О, Колян выехал. Вот, давайте за мной идите, ребятки. Давайте. Блин, потом без камни, пипец. Без лесника потом хер выйдете. Да. Сейчас, блин, надо починиться. Так, где? Где Паша-то, надо посмотреть. Колян пошпарил. Блин, придется пользоваться картой, я чувствую. Ого, он упер уже, нифига себе. Вот это дела. Что-то как-то ты больно быстро устал-то. Так. Надо где-то лесами уходить от вас, а то как по дороге быстро нагоните. Это уже да. Вон мигалки вижу, вы чё? Давай, уже Колян, там, гони Колян, его там. Походу, ну. Гони его там, я-то просто тут еще на остался. Хвосте. Блин. Сейчас. Пойду на перехват. Газель в пол. Кто-то точку открыл, что ли, да? Я, ну. Я тут еще и точку успеваю открывать. Все, Колян застрял. Привет.
там. Ага. Ага. Че, нашел меня, что ли? Да ну нафиг. Я тут такими дебрями пру. Где вы там ездите? Ах ты! Вы чё задумали, а? Ах вы нечестный. Вау, я подпрыгнул на валике. Так, где-то тут. Ты где-то тут. Да вон все, вас мигалки, ай, короче. Блин. Засветили. А вон Колян. Он справа, справа Колян. Да-да-да, он где-то направо. Засветили вас мигалочки. Да он там по дороге впереди, нет? Обломался вас, ваш план весь. А, вон он, направо, направо, Колян, давай, давай, газуй. Да ну нафига улетит. Вау, Колян там прыгает. Что-то Паша нифига газанул-то, глянь. О, Колян там. У меня типа браконьера, короче. Давай, лови браконьера. Блин, тут что-то я кого-то повтыкался. Ё-моё, вообще застрял. Всё, Колян, давай сюда, пока он тут застрял. Ну давай, блин, УАЗик, ни хрена не едет. Да. А, ты что творишь? В лужу тебя, в лужу. Блин, он насквозь прошел. Он в лужу улетел. Заднюю врубаем. Давай, Коля, зажимай его, зажимай! Ага, обманочка сработала. Что-то он кругляк тут нарезал, блин. Да ё-моё, что ты не едешь-то? Что-то ты, Диман, глазик сильно подрезал, вообще не едет. Все, ведро его. Пешком это быстрее убежит. А, блин, уходит опять. Да. Давай, давай, Колян, одному мне тут. Он опять в этот обрыв поехал, не лезь туда. Сейчас он там перевернется. Блин, слез, смотри, а. Вот черт побери. Какой-то триал тут устроили. Опять на камнях повис. Все, уходит бандит,
Ёпта, уходит. На веревке, давай, Колян, на веревке поднимайся. И видели его только бампер задний. Ща. Блин, куда он уехал? Прямо поехал. Прямо, ты нам, наверное, сказал прямо, сам, наверное, налево. Прямо-прямо, едьте прямо. Ой, блин, нифига, да я... блин, догнал, ты смотри, чё. Я как дурень пошел на опережение, уехал вперед дальше у вас. Мы тут лесами поперли, ты смотри, Колян пролез, обалдеть. Там вообще непроходимая чаща была. Няу, давай вот так, пофигу, по экстремалу. Ну давай, Колян, посмотрим, у кого УАЗик крепче. Все, я видел вас. Ё-моё, опять в кусты пёрся. Он рвётся на просторы. Да ё-моё, сломать не могу. На меня вышел. Я видел. Блин, эти кустики маленькие, зараза. Да ё-моё, нифига ты пинаешься. Да это я тут воткнулся в дерево, а потом в тебя откинуло. Так, где Колян? Колян, надо было по полю гнать там. Я там где-то догонял и отстал. Во-во-во, Колян, давай сюда! Уходит, он опять в лес уходит. Все, ушел.
блин, я березу завалил. Гаду каменюка. Как он там объехал-то? Блин, а солярки тоже что-то мало, ё-моё. Солярки уже нету. Да ё-моё, всё, Колян меня зажал, короче. Всё, зажал. Пролез, смотри, опять пролез, опять вылез. Бум, воткнул меня в дерево. Надо подчиниться по-быстрому. Блин, смотри, он прям на хвосте идет. Да, утопил УАЗик. Нет, проехал. Блин, с мигалки вообще офигенно, кстати, смотрится. Блин. Колено хрена уйдешь, он смотри, что творит. Все, зажали, зажали, зажали. Все, и на камнях еще. А, вы что творите? Все, все. Все, зажали, зажали. Все, короче. Права мы у тебя забираем. И на 15 суток тебя в кутузку. Ну по полю от вас вообще нет смысла уходить, конечно. На то они и милицейские машины. Не, ну надо маленько подкрутить, мне кажется, Диман. Слабоват он чересчур. Кого? Совсем. Мотор-то? Да. Ага. Ну, так я и сделал, у этого мотор 40, не, ну ты 45, по-моему. Этому ДПСному тоже добавь. ДПСному полтинник, у ДПСного полтинник. А больше нет, больше добавляешь, он начинает козлить, как бы он уже неадекватно едет. То есть. Блин, ну он даже как бы на сравнении с дефолтом, он слабоват просто. Не, с дефолтом он быстрее едет. Быстрее, чем дефолт. Это же патриот, все-таки он должен быть порезче. Блин, где фары? Все, у меня горючка кончилась, приехали. А, у меня 4 литра, кстати, осталось. Колян, у тебя есть что в баке, там булькает, что нет? Тоже ноль. Блин, тоже ноль. У меня еще самый живучий оказался еще. 3 литра, короче, сэкономил. Наверное, за счет того, что я там пока валялся кверху брюхами, я пока Колян там вытаскивал. Хватит, хватит УАЗик мой ломать, вы чё? Беспредельщики. Ну, надо скрин сделать-то, ё-моё. Точно, скрин-то, скрин, ё-моё. Самое главное-то. Во. Все, поймали Пашку. И заскринили еще, короче. Не, ну так, в принципе, прикольный получается драндулетик, да? Ну. Так, ну вот я не говорю, надо помощнее, Дима, сделать. Не, ну может их просто сделать. Может просто их сделать все в одном скоростном режиме, как бы, то есть. Просто я видишь, тут-то больше я этому гаишнику накрутил. Этот просто, черт, ну слабоват реально просто. А чё сервер отрубили? А, Колян вырубил сервер.
Ну все тогда, ребята, вот такая была покатушка. Кому интересно, посмотрите, будете иметь в виду, для чего нужны там милицейские машины, чисто так подухариться с друзьями, где-нибудь пописать видосик. Все рабочее, все нормально работает, так что все. Всем спасибо, с вами был Злой Слон, Джанки и Драйвер 51 Рус. Всем пока. Всем пока.